Здравствуйте! Вы смотрите программу «Светская жизнь» с Ольгой Рудыкой. Мы находимся на самом престижном конкурсе красоты в мире – «Miss Universe 2013». Впервые за долголетнюю историю конкурс проходит в России, являясь одним из самых громких проектов Эмина и Араса Агаларовых. Участницами конкурса «Miss Вселенная» стали красавицы из 86 стран мира. Итак, пришло время узнать, кто из этих богинь красоты станет «Miss Вселенная». What type of beauty is popular, is on the top of fashion now? You know what, it's always hard to tell with fashion what's popular. Sometimes they look for a strange look, sometimes they look for the girl next door, sometimes they want something sexy, sometimes they want something demure. What is always in fashion is intelligence and confidence. We haven't seen the girls yet. We will see them tonight for the first time. So I'm looking forward to seeing 86 beautiful women, but one star. Hi, I'm doing great. I love your microphone. It's obviously a big night for all the lovely young women from around the globe who, you know, I think timeless beauty is something that never goes out of style, but it's authenticity that shines through. And sometimes I think that that's a factor that we'll look for tonight. But I think for everybody around the globe, beauty is from the inside out. Second time in Moscow. We were here, I think 6 years ago. I've got a bunch of favorites. I can't say. We'll see. Hello, baby. Can't you tell? What do you think about Miss Universe in Moscow? I think that it's beautiful here, and the people are beautiful. You're beautiful. You too, thank you. I would say what's always popular is just someone who's kind-hearted. I don't think there's anything more beautiful than a girl with a smile that can light up a room. You need to be smiling, you need to be open and honest, and that's what's beautiful. Well, we had 18 countries that wanted it, and Russia wanted it very badly pre-Olympics, and we decided to do it, and we're very happy. Crocius Hall has been fantastic. I mean, just really fantastic. So we're very, very happy. We have a lot of great candidates, so I can't tell you who's going to win because I don't know, but we have a lot of great candidates and great judges, too. Steven Tyler, who you saw, it's going to be amazing. Miss Universe проводится раз в году. Это впервые в истории оно проводится в России. Сложности, ну, любое мероприятие такого масштаба, как когда идет трансляция на весь мир, на 175 стран, миллиард зрителей, а всего это будет смотреть более 2 миллиардов человек, имеется в виду, и не в прямом эфире тоже. То есть всегда связано с большими сложностями. Как вы думаете, кто победит? Это будет блондинка или брюнетка? Это очень трудный вопрос. Там столько красивых претенденток, что определить, кто победит, будет очень сложно. Понимаете, женская красота, они ему говорят бесконечно долго. Это красота, фигура, сердце, душа, пластика, умение себя держать, ум. То есть это бесконечные, так сказать, критерии. Поэтому тут одним словом сказать сложно. Конкурс Miss Universe проходит в России. С какими сложностями вы столкнулись при организации этого мероприятия? С очень многими, но я не буду о них рассказывать. Я скажу, что это знаменательный день в истории нашей страны, в истории этого конкурса. 62 года действительно впервые приехал в Россию. Как вы видите, ажиотаж просто сумасшедший. 400 журналистов, 190 стран увидят это через буквально 2 часа в прямом эфире. 1 миллиард зрителей. Ну, круто. Кто победит, я не имею никакого понятия. Но могу сказать, что если посмотрим на действующую Мисс Вселенную, Оливию Калпу, можно заключить, что Мисс Вселенная должна обладать не только красотой, эрудицией, у нее хорошо должна работать голова, она должна правильно общаться с прессой, посылать правильные месседжи. И что самое главное, она весь год будет представлять этот конкурс и держать его репутацию. Поэтому Мисс Вселенную выбирают по этим критериям тоже. То есть это должна быть умная, образованная, благородная, красивая девушка. А что ожидаешь от Miss Universe? Как думаешь, кто победит, блондинка или брюнетка? Хороший вопрос. Вариант ответа «рыжая» не предполагается? Я не знаю. Затрудняюсь ответить, и я считаю, что будет очень трудно жюри выбирать. Если бы я сидел в жюри, я бы очень нервничал. Потому что, действительно, по достоинству очень много красивых девушек, действительно, которые могут победить. Как минимум от... Ну, наверное, 10 конкурсанток могут бороться между собой и быть абсолютно равны. Уметь себя подать, уметь одинаково круто выглядеть в вечернем платье и в бикини, правильно отвечать на вопросы, уметь общаться. Она должна завладеть залом, то есть получить аудиторию. Именно такая девушка может выиграть. Красота
хороша, когда она сочетается с внутренним содержанием. Понимаете, вот если вот та девушка, которая максимально смогла проявить себя и при этом прекрасно выглядящая, вот, наверное, такая будет вот победительницей. Просто не глупый, интересный человек и, конечно же, еще красивый внутри, потому что если есть только внешняя красота и нет внутренней, то человек через какое-то количество времени превращается в очень некрасивого человека. It is like this. I mean, all of the girls are so beautiful, but it was not only a competition. It was a great experience. I will stay Miss Switzerland, and this is a lot of work. I'm doing just this now. It's more than 100% job. So. Well, we only got one day to look around the city, so we went to the Red Square and the Kremlin, and that was awesome. I've always wanted to come to Moscow. Obviously, we have a big Russian community in London, so it was fantastic to come here and see it. Well, I just ringing round, going round to see sponsors, getting myself into good shape, just trying to get to be the best contestant I could possibly be, just making myself up another level. Итак, подошел к концу самый феерический конкурс красоты в мире Miss Universe 2013, который проходил в концертном зале Крокус Сити Холл. Наконец-то мы узнали имя самой красивой девушки на планете. Ею стала конкурсантка из Венесуэлы Мария Габриэла Исвер. Мы поздравляем ее с титулом Miss Вселенная и желаем не останавливаться на достигнутом. Ведь красота, она безгранична. А с вами была Ольга Рудыка. Смотрите ежедневно в 22:00 на телеканале Fashion TV программу «Светская жизнь». I love Fashion TV. Я люблю Fashion TV. I love 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 Fashion TV. Thank you so much. I love Fashion TV. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Светская жизнь» с Ольгой Рудыкой. Мы находимся в ресторане «Чайка», где сегодня проходит ежегодная церемония вручения премии Top Beauty Awards. Премия Top Beauty Awards была основана в 2008 году. Российские потребители выбирают лучшие бьюти-продукты. И сегодня мы узнаем, кто же получит долгожданную статуэтку. Эмоциями от Top Beauty Awards. Самое страшное, что могло произойти сегодня на Top Beauty Awards, практически произошло. И это вы, между прочим. Я объясню, почему. Сегодня вы чуть не стали катастрофой моего вечера. Потому что я должна была надеть такой же наряд. Но я выбрала его немножко потемнее. И вот именно эту расцветку я отказалась сегодня надеть. Еще пока настроение никто не испортил. Хотя нам трудно его испортить. Но обычно на таких мероприятиях настроение только поднимается. Знаете, мероприятия всегда, насколько я знаю, насколько я вижу, всегда очень организованно и всегда впечатляет размахом. А за что вы любите журнал Top Beauty? Top Beauty, мне кажется, достаточно полезный журнал для всех девушек. Там очень много хорошей информации, которую можно использовать с умом. И я всегда достаточно часто принимала участие в их фотосессиях, поэтому они делают достаточно интересные фотопроекты, это здорово. В
Top Beauty всегда есть продукция, описание, всегда есть новые какие-то взгляды, технологии, новинки. Они освещают это все, это очень удобно. То есть это как некий путеводитель в мире красоты, здоровья, молодости и вот всего того, что нужно женщине современной. А какой стиль в одежде вы предпочитаете и каким маркам даете предпочтение? Ну, в моем сердце навсегда останется, ну, наверное, Dolce & Gabbana. Вот, мне кажется, это самое модное, что может только быть. Но для жизни я выбираю, к сожалению или к счастью, в основном спортивные вещи. Какие марки и бренды вы любите? Сегодня я в Gucci. Вообще я люблю разные бренды. Мне, в принципе, особой разницы нет, какой бренд на себя надевать. Ну, если говорить о марках любимых, я очень люблю миксовать. Взять какую-нибудь очень дорогую вещь и какую-нибудь совершенно дешевую, и никто не поймет, что это дешевая, стоит дешевле, что та, которая очень дорогая. Главное, как ее преподнести. Люблю всякие аксессуары, ой, вот такие, как у вас, смотрите, блестящие. Я, конечно, не очень люблю, но поэтому такой микс, фьюжн, назовем это так. Ваши пожелания для телезрителей Fashion TV? Я хочу пожелать вам хорошего настроения. Его так мало сегодня. Вот пусть каждый день у вас начинается с хорошего настроения. Чтобы вы всегда цвели, как эти цветы, чтобы вы были радостными. А самое главное, созидайте и любите, потому что только из любви что-то происходит приятное. Ну, мужчина, ну, я вас люблю. Все испортил. Радоваться жизни, каждому дню. Любить людей, близких, родных, никому не завидовать и идти своей дорогой. Телезрителям Fashion TV я желаю красоты без границ. Пусть ваша красота не знает границ. I love Fashion TV. 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 Итак, церемония наград Top Beauty Awards подошла к концу. А с вами была Ольга Рудыка. Смотрите ежедневно в 22:00 на телеканале Fashion TV программу «Светская жизнь». I love Fashion TV.